Праздник добра, улыбок и милосердия. Так называют сегодняшний день организаторы. Все участвующие дети с синдромом Дауна. Для них этот праздник организовала мечеть Гаиля и реабилитационный центр «Апрель». Сегодня международный день детишек, которые болеют болезнью Дауна. Поэтому в этот день мы решили для них устроить праздник, чтобы они порадовались, чтобы они порадовали нас, и чтобы Всевышний родителям их, детям этим даровал счастье и здоровье. Для солнечных детей выступали сегодня аниматоры. Они провели много разных конкурсов. Родители говорят, что такие праздники дети очень любят. Каждую минуту им необходима поддержка и внимание. Праздник очень отлично прошел. Детям нравится очень. Побольше бы таких праздников, особенно вот когда дети сами участвуют, им нравится. Позитивно очень, у них эмоции. После праздников, еще когда домой приезжаем, они еще ходят, вспоминают, смотрят вот видео, фотографии. Им нравится. Мама маленькой Лизы рассказывает, что ее дочь, несмотря на болезнь, начинающая модель, участвует в показах детской моды. Лиза пока еще плохо говорит, но все слышит и понимает. Солнечный ребенок, он отличается тем, что ему сопровождение нужно постоянное. Он должен постоянно чувствовать, что он нужен. Он нужен, он важен, его любят. И он всех, как говорится, любит. Он всегда идет с открытой душой. Аниматоры признаются, работать с такими детьми нетрудно. Наоборот, эти дети еще активнее и жизнерадостнее. Праздник проходил очень классно, очень ярко. Детки все активные и танцевали, и пели песни, и активно участвовали в анимации. То есть детки действительно были очень рады. Всего в центре «Апрель» на сегодняшний день реабилитацию проходит около 70 детишек с синдромом Дауна. Каждый год в этот день организаторы планируют проводить для солнечных детей такой праздник. Максим Никитин и Роман Финин, телеканал «Эфир».